Сегодня я вам расскажу о биографии Тахсина Паши, лучшего друга султана Абдул-Хамид-хана, одного из известнейших деятелей османских времен, хранителя тайн государства и султана. Тахсин Паша родился в 1859 году в Турции, в городе Стамбул. Его отцом был Месуд Эфенди. Тахсин Паша – доверенное лицо. Турки называют Тахсина Пашу не просто личный секретарь, а сердаш, что в переводе означает «доверенное лицо», то есть тот, кто разделяет султаном секреты, султана Абдул-Хамида II. В молодости Тахсин служил и обучался в дворцовой канцелярии Баби Али Калемляри. Потом он перешел в администрацию Министерства здравоохранения Тахилие, где стал заведующим. 7 июля 1888 года он перешел на работу в морское министерство Бахрие-Незарети. Верного и работающего сотрудника заметил султан Абдул-Хамид II. И 26 ноября 1894 года, после смерти Сурья-Паши, он был назначен начальником личной канцелярии султана в особняке Мабейн и получил звание визиря. Он исполнял эти обязанности до дня свержения Абдул-Хамида II, когда вместе с главнокомандующим Мехметом Реза Пашой, Зеки Пашой, Ратыпом Пашой и Решитом Пашой был сослан на остров Хиос, что по-турецки означает «Сакис Адасы». Там он провел несколько лет, а потом был помилован и вернулся на госслужбу. Во время республики он работал в администрации государственной табачной монополии. Тахсин Паша скончался в 1930 году в городе Стамбул.